Приветствую вас на канале Denzel Tools. Здесь мы тестируем и обозреваем наш инструмент, реализуем DIY-проекты, а также проводим прямые эфиры. Если вдруг еще не подписаны на наш канал, обязательно сделайте это и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Сегодня на примере мотоблока DPT-270S мы продемонстрируем процесс сборки. После того, как вы извлекли комплектующие из коробки, сверьтесь со списком в инструкции и переходите к сборке. Первый этап – установка колес. Колеса направлены и имеют соответствующие маркировочные стикеры R и L. Должны устанавливаться ниппелями на внешнюю сторону. Перед эксплуатацией проверить и откорректировать давление в шинах. Рекомендуемое 2,5-3 бара. Теперь наденем колеса на ось редуктора и зафиксируем пальцами и шплинтами. Цепку сошника мы устанавливаем на раму и фиксируем это пальцами со шплинтами. Теперь устанавливаем сам сошник. Устанавливаем кронштейн для навесного оборудования. Надеваем шайбы гровера и закручиваем гайками. Следующий этап – это установка крыльев, которые защитят оператора от вылетающей почвы, либо же других предметов. Для начала нужно установить соединительные планки, передние и задние. Они могут у вас уже стоять, если они не стоят. Соответственно, выкручиваем крепеж. После этого устанавливаем крыло, левое, затем правое, и, используя крепеж, фиксируем. Руль устанавливается с использованием вставки вертикального регулирования, проставочной шайбы и фиксатора ручки руля. Следом ставим рычаг переключения передач. Время установки защитного кожуха. Сейчас мы покажем процесс сборки фрез. Фреза может быть как двуручевая, так и трехручевая, то есть два или три ряда ножей. Ножи устанавливаются заостренной частью по ходу движения, чтобы они смотрели в ту сторону, куда будет двигаться мотоблок. Важно учесть, что каждый ручей устанавливается со смещением ножа на 30 градусов, чтобы образовывалась пространственная спираль. В наборе у нас есть правые и левые лезвия. Заостренной частью направляем по ходу движения. И поскольку у нас поворот идет налево, значит это левый нож. Здесь, как вы видите, наклон направо, это уже правый нож. Ножи должны чередоваться. Вы начинаете установку, допустим, с левого ножа. Соответственно, левый нож ставится на левую сторону оси фрезы. Для этого мы берем болт
фиксируем. И следом с другой стороны мы берем правый нож. Также надеваем на этот болт. Устанавливаем шайбу, гровер и фиксируем все гайкой. После этого мы продолжаем наше движение. Опять берем левый нож и устанавливаем его на ось с левой стороны. Левый нож устанавливается слева, правый справа. И таким образом поочередно из осей. Когда начинаете устанавливать второй ряд ножей, обратите внимание, что должно быть смещение на 30 градусов по оси. Поэтому вот мы левый нож ставим со смещением относительно от ножа на первом ряду. Переходим к сборке третьего ряда ножей. И затем с помощью пальца и шпинта устанавливаем наш третий ряд ножей. Для того, чтобы заменить колеса на фрезы, необходимо извлечь шплин, достать палец, снять колесо, установить на валы редуктора наши фрезы и зафиксировать пальцем вместе со шплинтом. Перед первым пуском обязательно залейте моторное и трансмиссионное масла, а также бензин. Подпишитесь на канал Denzel Tools и нажмите колокольчик, чтобы не пропускать обновления. Обязательно отметьте это видео лайком, если оно было полезным для вас. А если остались вопросы, то не стесняйтесь задать их в комментариях, мы обязательно вам ответим.